Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Ходячие мертвецы». Так, снаряжение улучшено, и я, если не ошибаюсь, да, ребята, это монтировка. Уровень 7, 4 звезды. Урон 63, сокрушительный удар. Точный, увеличивает шанс на критический удар на 10%. Общий шанс на критический удар не может превышать 90%. Но тем не менее, ребят, согласитесь, это круто. 63 урона. Так, это, естественно, ребята, у нас пушечка пойдет для танка. Ну, не пушечка, монтировка, вы поняли. Так, зомбарики. Так, что у нас, ребята, с ямой, а? Я ведь помню, что в яме... А, уровень совета нужен повыше. Ладно, так, улучшить. Стоит ли этого улучшать? Я думаю, нет. Вот бронированного, наверное, да, стоит. Хотя и жирные ребята тоже бы не против. Его, во-первых, просто так не пробьешь, да? Ладно, давайте улучшим. Так уж и быть. Так, забираем здесь опыт, еду. Ну что же, отлично. Так, мы можем кого-нибудь еще с вами потренировать? Или же можем? Только вот я думаю, стоит ли, а? Наверное, пока мы не будем тратить. Здесь у нас улучшение здания, понятно. Выполнили. Блин, еще немножко. Так, выиграй миссии испытания и заверши миссии стрелок. И также заверши все ежедневные квесты. Покупка в магазине товар. Но это все завершено у нас, ребята. Ладно, пора нам с вами, наверное, отправляться все-таки на миссию. На миссию. И это у нас, ребята... Так, подожди. Все время меня сюда тянет, а? С какого вдруг перепуга? У нас вот миссия. Вот здесь вот. Глава 6. Ух, как говорится, была не была, ребята. Семена в земле. Избегайте ловушек и найдите хижину. Выбираем команду. Естественно, вот этой командой мы с вами и отправляемся. Фух, погнали. Да, будет сложно, ребята, поверьте мне. Но как-то надо выкручиваться. Поехали. Здесь их много, они закопаны в земле. Смотрите, куда идете. Понятно, ребята. Ну, как вы помните, да, вот эти вот навалы, это у нас... зомби там. Поэтому на них наступать ни в коем случае нельзя. Это говорит о том, что мы должны как-то тихонечко с вами здесь все это дело делать. Слушай, я думаю... А, они даже мимо пошли. Так, хорошо. Если я не ошибаюсь, вот здесь у нас где-то будет зомби, ребята. Вот за забором. Вот он, так я и знал. А ну-ка, вот так вот, отлично. Так, погоди, 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 Дэрил. Давай-ка мы вот так вот сделаем. А Дэрил у нас... Черт, а по-другому ты не можешь? Обязательно тебе сюда надо вставать? Блин. Хорошо, ладно. Давай сделаем вот так. Как говорится, ни тебе, ни мне. Давайте-ка мы с вами откроем. Замечательно. Дэрил у нас открывает здесь. Так, Васек, Васек, как бы тебя... А давай вот так вот сделаем. Шикарно. Так, ребята, ну что, вылазят у нас здесь зомби. У меня, конечно, Кристи в дурацком положении. Она просто сейчас у нас, грубо говоря, захвачена зомбарями. Как быть? Хорошо, если мы сейчас сделаем, ребята, с вами такой ход. Нет, не получится. Блин, да что ж такое-то? Ну, в любом случае, Дэрилу нужно отходить. Давай рискнем, короче, вот так вот сделать. Нормуль. Василий у нас переместится вот сюда. Застрелим. Все, хорошо. И Кристина, я надеюсь, сейчас этого положит, говнюка. Да. Не дойдите. Фух, повезло, ребята, нам.
Так, что дальше мы делаем с вами? Нам, в принципе, нужно вот сюда продвигаться. Вот он ящик, который нам нужно еще заюзать. Но также, как мы видим, здесь зомбари у нас идут. Вот я сижу и думаю, что нам лучше сделать. Вот этих подчикать или же идти вперед и вот этих грохнуть? Мне бы желательно... А мы вот так сейчас сделаем, да, ребята? Ох, даже, наверное, троих. Ну-ка, троих. Вообще шикарно получилось, ребята. Просто великолепно. Значит, мы сможем вот сюда, наверное, с вами... Блин, надо аккуратнее, чтобы в яму не попасть. Я не могу понять, тут яма или нет? Вот здесь вот. По-моему, нет, да? Хорошо, в любом случае, давайте... Да что ж ты, блин? Слушайте, он же встает, да, по-моему, на насыпь на эту. А если вот сюда встанем? Ё-моё, блин! Черт бы побрал, а! Так, Кристия, вся надежда на тебя. Оглушила? Блин, нет! Фак, а! Ай! Вот называется, не было печали, ребят. Не было печали, а! Не застрелила, а! Придется тогда вот так помогать. А эти сейчас дойдут. Так, короче, Дэрил, давай вот так мы с тобой двоих. Замечательно. Идем сюда. Оу, там еще у нас, оказывается, ребятушки стоят. Так, вылазит следующая волна. Что же нам делать-то? Предположим, ребята, предположим, мы Дэрилом вот сюда, если... Нет, не получается, не шиша, блин. Как же лучше сделать-то, а? Ну хорошо, давай вот этих вот двоих мы так вот снесем. Опачки. Ага. Слушай, блин, Василий, давай сюда. Убиваем вот эту говнюху. Слушай, а Кристине как быть, а? Как быть, блин, Кристине? Так, Дэрил, ты у меня можешь еще что-нибудь сделать? Нет, нифига он не может. Черт подери. Есть один вариант, ребята. Звездануть и надеяться на... Нет, навряд ли. Навряд ли она сдохнет. А сюда, если увести, среагируют. Хорошо, я просто тупо, ребята, сейчас пропущу ход. Посмотрим. Вот так вот, отлично. Сработало. Ну что же, нам теперь придется здесь... блин, а как же сделать-то нам? Дэрил сможет вот здесь прострелить? В принципе, сможет, ребята. Давайте сделаем. Так, отлично. Кристия вот эту поганку добивает. Замечательно. И у нас что остается? Остается лишь Васьком вот сюда переместиться и застрелить. Как-то так, ребята. Дойдут, да? Ах ты! Дошли. Что же делаем? Давай, короче, попробуем вот этого шваркнуть. Хорошо. Кристиной нам нужно, ребята. Блин, она не дает пройти. Она не дает пройти. А если мы вот сюда встанем поближе и попробуем прострелить? Ни шиша не вышла. Ай, что ж за незадача такая. Ну этот-то говнюк отгребет свое. Так, а вот теперь самое интересное, ребята. Делаем так. Так, и нам не хватает букв. Блин, а там же сейчас волна пойдет. Сейчас, ребята, пойдет волна. Ой-ой-ой. Я вот на всякий случай вот сюда встану. Ну что же, пропускаем ход. Вот о чем я вам говорил. Пришла волна. И вот теперь у меня дилемма, ребята. Либо вот здесь уничтожать их всех, либо же вскрывать на свой страх и риск этот ящик. Тем более уровень уже у зомбарей, как видим, 10.
Короче, я вот так делаю, ребята. Ах ты, нам еще бежать вот сюда надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, хорошо, пробую. Немножко не получилось. Так, Вася, давай вот эту вот гадюку сносим. Ага. Оу, фак. Хорошо, что он у меня танк, и она должна выдержать, в принципе, удар. Вот так вот мы, интересно, двоих... Черт, это опасно, очень опасно, ребят. Короче, я перемещаюсь сюда. Сношу вот эту. Снес, ага. Аж 20 раз, ребята, снес. Так, Кристия, давай-ка мы с тобой... вот этого, наверное, оглушим. Все. Так, они схватились. Есть, есть, ребята, у нас шанс. Ну-ка, добежим. Не добегает, не добегает. И этих гадов тут слишком уже много. Так, Кристи, давай мне помоги, наверное. Слушай, ее надо уводить, ребята. Я боюсь, что... что ее завалят. Тогда можем сделать с вами... давай вот так попробуем. Ой, что я сделал-то? Ну-ка, пробьем. Ну, по крайней мере, этого завалили. Так, давай иди сюда, Кристи. И... мы... пробежать должны, по идее. Есть. Да откуда ты вылез-то, хмырь, блин? Ну-ка, Кристи, давай-ка мы его с тобой звезданем. Так, Дэрил. Фух, повезло нам, ребята. Очень крупно повезло. Пробегаем. Есть. Сюда. И сюда. Вот это да, ребята. Вот это была жесткая миссия, поверьте мне. Тяжелое ранение получает у меня Кристина. 740 опыта. Тут что у нас? 820. И еще 800. Продолжить. И что же, остается у нас, ребята, последняя миссия. Привет. Да понятно все, написать обзор. Нет, спасибо. Ну, видите ли, в чем дело, ребята. У нас долгая дорога. Вы нашли хижину. Осторожней, в этом месте полно ловушек. Да, это, конечно, понятно все, но вот как мне быть... в плане... хотя мы знаете, что можем сделать? Предположим, мы с вами уберем Кристину. И возьмем, например, Дэрила, да? Смотрите, у нас у Дэрила 235 урона. Ну да, здоровье, конечно, в разы меньше. Да, а он станет не умеет. Ну, в общем, давайте мы попробуем. Так, возьмем Глена, здесь ускорим. И попробуем начать миссию, ребята. Поехали. Была, не была, как говорится. Если затащим, будет великолепно. Если проиграем, будет очень и очень печально. Это смахивает на место, о котором рассказывал Бат. Но вы слышали, что он говорил? Не забывайте о ловушках. Доберитесь до выхода. Ёпарсоте. Слушайте, уже начинается здесь с 9 уровня. Вы представляете? Так, что мы здесь делаем? Мы сделаем вот так вот. Простреливаем двоих. Да чтоб тебя не сдох этот говнюк. Так, Гленыч. Не дает, да, значит, это сопляжуйка. Ладно, хорошо, мы сделаем вот так. Еще куча дропов. У нас нет времени на это. Где? Ну-ка, пробьешь, Глен? Ты должен. Вау, шикарно. Так, давай мы, наверное... 4 хода? Да ладно, вы издеваетесь, что ли? Пипец. Так, ребят, вот это вот... куча трупов мне не нравится. Очень не нравится. Блин. Вылазят, а, говнюки. Ну ладно, попробуем так сделать. Хорошо, отбили якобы.
Слушайте, я боюсь, тут откроются ворота. Ох, здесь их будет. Просто жесть, сколько их здесь будет. Ну что, пропускаем ход тупо, ребята. А что еще делать? О, уже два вылезло. Так, ну-ка, Дэрил, вали. Васька, вали. Ну и опять тупо пропускаем, ребята. Оу! Куда вас столько полновылазило-то? Эй! Орлы! Не слишком ли много-то? Глен, когда ты там откроешь уже ворота? Блин, тут еще откуда-то подходит. Минное поле с ходячими впереди. Смотрите, куда становитесь. Мне кажется, в этих могилах еще что-то шевелится. Да, блин, это и так понятно, дурачку, что здесь что-то шевелится. Ты посмотри, как нам здесь пробежать. Есть, ребята, один глупый, но верный вариант. Просто бежать вперед. Тупо. Другого варианта я не вижу, если честно. Так, они... Подожди-ка, эти там далеко? Но они не дойдут до нас, да? Хорошо, мы попробуем... Гленом вот сюда. Атаковать. Отлично. Так, Дэрил, Дэрил у нас должен вот эти... Подожди, подожди, ну как-то ты... Блин. Ай. Если мы встанем сюда, ты достанешь их? Достает. Вот так вот. Да, ломануться, ничего не скажешь. Но тем не менее. Да что, оу, следующая волна, ребята. Ай-яй-яй. Так, что делаем? Да блин, будь они неладны. Этих в любом случае нам нужно навалить. Ага, завалили прям. Так, те-то подходят? Нет, те еще пока далеко. Гленыч, если ты, например, вот этого должен завалить. Хорошо. Так, Васька, ты вот этого тоже должен. Погоди-ка, нам лучше вот этого убить. Ай, фак. Это было глупо, ребята. Вот о чем я и говорю, ребята. Видите, загнали в стан. Ай-яй-яй-яй-яй. Это мой просчет был. Блин. Ну ладно, давай так делать. Жирному кобзда. Переходим вот сюда. Добиваем этого ханорика. И ждем, когда Глен у нас придет в чувство. А он уже пришел, отлично. Сколько там еще, блин, еще прилично бежать. Так, встаем сюда, стреляем. Как всегда, ребята, как всегда, ничего не вышло хорошего. Давай вот так вот делать. Минус. В чайник. Отлично. Так, они идут, эти сзади, блин. Прям волна целая. Фу-ху-ху-ху-ху. Так, что же нам сделать? Так, здесь у нас яма, да? Да, яма. Мы можем вот так вот с вами оббежать. Я думаю, что должны, в принципе, нагреть. Сразу же причем. Отлично. Так, дальше Глен. За Гленом дело. Вот сюда Глен еще встает, стреляет. Попадает? Есть. Есть контакт, ребята. И переходим. Ой, пробежался. Блин. Поздно увидел, ребята. Слушайте, ну мы должны сейчас выбежать отсюда. Так, ну-ка, блин, давай только не надо через яму ходить. А что, по-другому что ли никак здесь не сделать? Так. Предположим, сюда. Достанешь? Отлично. И вот сюда. Фух. Кажись, работает, ребята. Наш план. Так. Сюда и... Сюда. Есть! Да, ребята. Отличненько просто сработали мы. Так, достижение. Завершить эпизод 6. Ну, давайте мне какие-нибудь призы хорошие. Угу. Разогнался. Ну, 2300 хоть жрачки дали. И то спасибо. Ну что же, продолжаем, ребята. И у нас завершено. Эй, нашел женщину с фермы Эдем. Они отправятся за нами.
Внутри никого нет, только чертово радио. Дай-ка я попробую вызвать их. Это Ванда, кто это? Меня зовут Энджи. Мы говорим из хижины у озера. Нам сказали, что здесь мы найдем провожатого до фермы Эдем. Как ты нашла радио? Я не обещала провожатого, и я понятия не имею, кто ты. Глава 6 завершена. Награда за завершение. Лионес 22, ребята. Вот так вот. Глава 6. Трудный режим разблокирован. Хе-хе. Ванда, пожалуйста, помоги нам. Мы хорошие люди. Вольные люди приближаются к нашему лагерю. Тогда докажи, что вы не одни из них. Помогите мне. Тебе что-нибудь говорит название Вудбери? Мы проезжали это место прежде. У нас был связной в этом городе, но он пропал. Узнай, что произошло, и мы рассмотрим ваши кандидатуры. Испытательный полигон. Найди связного Ванды в Вудбери. Награда за завершение. Класс воин. Информация о классе, давайте. Оу, хо-хоу. Шеннон. Так, воин. Имеет средний уровень здоровья и отлично справляется с толпами врагов. Так это то, что нужно мне, ребят. Это то, что мне нужно. Вот воинов у меня еще как раз и нету. А они мне нужны. Позарез просто-напросто, ребят. Ух, отлично. Оу, мы здесь завершили. Давай-ка, сундучок-то мне. И где он? Зашибись, блин. Сундучка не дали. Оу, 30 голды. Хоть что-то, ребята. Хоть для поддержки, как говорится, штанов. Слушайте, я не понял, я взял ящик почему-то и ничего мне не дали. Странно это как-то очень. Так, давай мы здесь все с вами заберем. Ага, так, ходячий улучшен. Фига моему здоровье там, 178. Такой урод. Мерзость. А для чего, ребята, мы вот это вот улучшаем яму? Когда на нашу базу делается рейд, вот эти вот зомби у нас будут по всему полю. Я уже не помню, по-моему, их даже не видно. И враги просто напарываются вот на моих вот этих вот прокачанных зомбарей, им приходится с ними драться. Так, что у нас тут? А, ну у нас тут госпиталь, это понятно. Слушайте, я так и не понял, где же все-таки подарочек-то мой, который я якобы собрал? Что у нас там за... За задание это следующее. Ну-ка посмотрим. Глава 7. Завершено. Так, плохие новости из Вудбери. Интересно, выстоял ли он? Сложность 8. Блин, сложность 8. А смотрите, ребята, вот здесь у нас звезды. Это мы можем с вами пройти по трудному режиму. И что же мы... А, мы... Ага, мы также с вами будем получать карточки и так далее и тому подобное. Это, в принципе, очень даже хорошо. Я вот думаю, что второй эпизод можно в легкую пройти, даже на трудном. Из расчета того, что как мы уже с вами прокачаны. Или же нам не тратить, как говорится, энергию и идти по основному сюжету. Так, ну-ка, мы можем улучшить? Можем. Но мне бы, конечно, хотелось бы лучше бы, наверное... Где мы с вами добываем эти ящики? Так, совет. Нужно, ребята, 33 тысячи еды. И улучшаться он будет у нас 9 часов. Слушайте, ну совет нам нужно улучшать в любом случае. Поэтому я думаю, что надо придержать еду. Да что ты, ё-моё! И все-таки улучшать совет. Так, ладно, давайте попробуем. Но, по-моему, у меня сейчас, так как все там ранены, меня сюда не впустят. Так. Собрать команду. Ускорить, ускорить. Ну, давай, Дэрила мы ускорим. Ой-ой-ой, кстати, у нас же винтовка новая. Точно, точно, ребята, куда я спешу-то? Надо глянуть, что это у нас за вид оружия новенький. Так, это где у нас... Ну, не в пистолетах, это явно. Вот здесь вот. Вот он, да? Да, Лионесса. 82 урона. Офигеть, ребята. Офигеть просто.
И кто у нас эту красавицу может носить? Паулина, надеюсь, сможет? Где она у меня? Где вообще мой отряд, ё-моё? Дайте мне отряд. Так, это у нас лечится. Паулина, давай-ка мы посмотрим, можешь ли ты носить. Ага. Да. Уровень 8 нужен, ребята. Как бы это грустно ни звучало, ни хрена она не сможет носить. И меня это расстраивает очень и очень сильно. И раскачать ее тоже не могу. Не хватает, ребята, у нас карточек на раскачку. Блин. Ой, досадно-то как, а. Ну что же, получается, что у меня отправляется в бой опять же Глен, опять же Василий и опять же Дэрил. Ладно, ребята, погнали. Фух, с богом. Начинаем миссию. Значит, мы идем в Вудбери. Проверяйте, понятно. Здесь нам нужно обыскивать. Ага, я уже вижу. Вот контейнер. Что у нас дальше? Так, второй контейнер. И где-то должен быть еще один, ребят. Не знаю, правда, где. Так, давай-ка мы попробуем вот так вот сделать. Ага, одного обнаружил. Сюда зайдем. Ах ты! Вот они как решили сделать, да? Хорошо, давайте мы тоже схитрим. Бинго. И этого на бесшумном. Все. Глен. Отлично, справился, молодец. Давай взламывать вот этот вот ящик. Так, отличненько. Так, Глен. Точнее, не Глен, а Дэрил. По-тихому уберет этого. Слушайте, а где же еще-то один ящик? Я вот не знаю. Оу, щет! Да как же, блин, так? Давай, Дэрил, сноси. Так, мы бежим сюда. Точно тут ничего не пропустили? Да нет, вроде бы. Так, вот, вижу, ребята, где. Блин, надо быть всегда, ребята, настороже. Вижу гадину. А вон она стоит. Тыкс, уже лежит. Так, Васька, давай открывай. Да блин! Чтоб вас разорвало, а? Ты посмотри, какая подстава. Зашибись просто. Так, нет, Дэрил, ты мне нужен. Да подожди ты, блин, мне Ваську взять надо. Хорошо. Последний контейнер у нас здесь, ребята. Мы вот так вот сейчас с вами сделаем. Отлично. И сюда. Оу, воу, тихо. Блин. Да чтоб вас, а. Да вы что, издеваетесь, что ли? Я не пойму. И как? Блин, у меня Гленыш занят. И как я тут должен, извините меня, их... всех поуничтожать-то, а? Как? Вот кто мне скажет? Даже если мы сюда встанем, не получится ни хрена. Атаковать сейчас будет Глена бедного. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. Так, давай вот сюда встанем. Прошьем всю эту компашку зомбарей. Так, Глен, тебе нужно вскрывать. Да ядрёно ты ваш, вы чё? Ну... это, по-моему, ребята, уже специально сделано. Дойдет, интересно, этот зомбарь, нет? Нет. Ты что будешь делать, а? Так, Глен. Точнее, Дэрил, нам нужно с тобой... ох, не знаю даже. Рискуем. Отлично. Шикарно просто. Есть шанс. Да, ребята, есть шанс у нас с вами. Так, этот у нас убегает. Дэрил вот здесь встает, уничтожает. Ну и Васька на прикрытии.
Все, ребята, эту миссию мы прошли кое-как, честно вам скажу. Но, тем не менее, прошли. Идеально синяки и тяжелое ранение. Естественно, блин. Глен, просто подставили тебя. Особенно, когда ты машин... Ого. 7-й уровень, 1 звезда. Так, еда. Опыт. Поехали. Карточки Дэрила, да? 20 штук. Не разделяться, перегруппироваться и собраться. Фу-ху-ху-ху. Блин. Я даже не знаю. Так. Сколько у нас... Да. Кристи, к сожалению, не сможет наказать сразу, например, зомбаря. Она может его только за два раза его шлепнуть. Ладно, сделаем вот так вот. Поехали, ребята, еще разочек попробуем миссию завалить. Если получится, будет очень круто. Эй, я здесь! Мы должны вернуться вместе. Один в поле не воин. Думаю, у нас будет возможность перегруппироваться. Доберитесь до зоны выхода, отмеченной зеленым. Интересно, а где эта зона? Вот, я так понимаю, вот это вот. И здесь все довольно хитро сделано. Знаете почему? Потому что Дэрил находится совсем один. Ага. Ха-ха. Ты понял, да? Смотри, что тут получается. Ладно, хорошо. Сделаем тогда по-хитрому. Так. И вот так, отлично. Двигаемся дальше. Ага, тут уже зомбарь идет. Ну, предположим, я его накажу. Тут сразу же... Ага, толстый просветился. Так, он, интересно... Вот если мы так сейчас сделаем... Слушайте, я боюсь, что он до меня дойдет и в стан загонит. Давай-ка мы, наверное, вот так вот с вами сделаем. Так, на всякий случай... Ага, не можем, хорошо. Так, Дэрил, ты можешь прострелить? Может. Он может прострелить. Но это было, по-моему, бесполезно. Ох ты. Не пробьет. Не пробьет, я боюсь, он, конечно, у меня. Ну вот здесь тогда встанем. Конец хода. Идет, идет, идет. Неужели достанет? Ай, я глушил все-таки, подонок. Так, ну я думаю, что Глен сейчас, по идее, должен его убить. Да какого же лешего-то? Так, Дэрил, вся надежда на тебя. Простреливай его нафиг. Отлично. Этот сразу же побежал. Куда-то там побежал. Оу, тихо, 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 не надо. Не надо тут буянить мне. Так, расстреливаем. Давай-ка мы, наверное, вот сюда вот перейдем. И... Да какого лешего-то? Дэрил, тихо ты, держись там у меня, братуха. Не падай духом. Мы, если что, тебе поможем. Постараемся помочь. Черт, надо отходить. Отходить надо, ребята, и вот так вот уже шпарить. Дэрил, интересно. Да, он может добежать, и я думаю, что даже успеет грохнуть. Да ладно тебе! Что ж там за зомби-то у нас такие пошли, а? Неубиваемые. Всего лишь 9 уровня. Че такая сложнота-то пошла? Отлично. Готов. Фух. Что там, я не понял, опять что ли кто-то вылез, нет? Ну-ка, Дэрил, давай-ка. Не Дэрил, точнее, Глен. Нам нужно дойти до туда. Вот сюда побежим. Вроде бы, ребята, тихо и спокойно все. Тем для нас лучше. Но это, опять же, не факт, потому что вот здесь, сейчас посмотрим. Давай, давай, давай. А, все, он больше ходить не может.
Ну-ка. Ой-ой-ой. Здоровый ходячий перекрыл нам выход. Оружие на изготовку. Правильно, Вася, разговор короткий. И мы пробуем его вальнуть. Не получилось пробить. Не вышло. Ну, я могу сказать одно, ребята, что он до нас точно не дойдет. Хотя ходят они уже далеко. Ну-ка. Все, сейчас ему будет хана. Тыч! Замечательно просто. Что там, цель обновлена? Мне не надо ничего обновлять. Мы бежим с вами уже сюда, назад. А эти там пускай что хотят, то и делают. Нам плевать на них. Тыкс. И вот так вот. Шик и блеск. По-другому не назвать. Да, получили небольшие, как бы, повреждения, но это терпимо. 1100 очков опыта. Опять столько же. И еще 1000 опыта. Блин. Опыта у нас хоть одним местом жуй. Квест завершен. Заверши миссию Стрелок. Получить. Получили. Блин, я даже не представляю, что в этом сундуке может быть. Заверши все ежедневные квесты. Так, ну-ка, подожди. Ага, тут у нас подкопилось уже кое-что. Зомбарь ползет. Иди отсюда. Костер, а что у нас там? Именно... А, ну понятно. Ты что тут трешься? Так, костер, еда. Что же я хотел? А, я хотел, ребята, посмотреть миссии. Собрать. Вот у нас тут разблокируется на 12-м. Испытание Александрия. Сезоны, специальные миссии. Тотальная война, расплата и месть. И яркие моменты. Добро пожаловать в Вудбери. Яниган, поднимись. Нифига себе. И что нам за эти миссии, например, будут? Так, здесь... Здесь непонятно. Награда миссии и ящики. Иезекииль все еще у спасателей. Мы должны его найти. Ну, предположим, ребята. Слушайте, а мы же вроде бы делали с вами эту миссию, да? Да, делали. Когда они вдвоем там бегают. Понятно. Ну, наверное, все в таком духе. Ого. Круть. Слушайте, ну это уже, ребят, наверное, будет у нас потом, в следующий раз, выбор сезона тут еще. Наверное, на миссию нас уже сейчас не пустят. Что тут за 9 часов, что это? Легендарное оружие охотник. Плюс 1 слотов для выживших, золото, и это все за 400 рублей. Полный запас припасов. Ха. Да, неплохо, ничего не могу сказать, сундучок. За 400 рублей. На эту миссию меня уже, наверное, не впустят, потому что... Ну, и тратить, как бы, я не хочу, ребята, золото, потому что его и так у нас мало. Может быть, там дальше будут еще миссии по коварне, где нам придется потратить. Ну, а на этом, пожалуй, мы будем завершать с вами видео. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся в следующих видосиках. Всем пока, ребята, и удачи вам.